соединяет это Господь. Один Господь, одна вера, одно крещение для всех. Один Господь, одна вера. Можно каждый день читать и слушать, но я встретить не могла ни разу. Осторожно, берегите душу. И за день нарешти, да насудил вася, и принес на миру светлый май путя. И вот Исаия говорит о том, что вечный Бог не утомляет. Иисусу слава.